Справу Тетяни Чорновол обговоримо із гостем студії, правозахисником Едуардом Багіровим. Добрий день, пане Едуард. День. От і хочу зразу вас запитати: от справа розслідування побиття Тетяни Чорновол дуже швидко розвивається. Вже затримано п'ять підозрюваних. Чи свідчить те, що міліція дуже добре виконує свої обов'язки? Ну в даному випадку ми дожди підчеркнути оперативність роботи. Милиционеров, то, что они нашли, в принципе, это было дело чести для милиционеров. А не только там на контроле находится президент, а там генеральный прокурор, а там международная общественность, и журналисты, коллеги и Украине, и за рубежом, вот за этим следят, и они должны были это делать, они, в принципе, сделали свою работу. И сегодня мы знаем фамилии подозреваемых, пока нет решения суда, нельзя заявить, что они это совершили, но в любом случае видеоматериалы, свидетельские показания... І інші е, доказательства підтвердять їх участь, і вони понесуть наказання саме строгое. Ну, а далі хочу вас запитати а, про підозрюваних. От двоє з підозрюваних заперечують свою причетність до цієї справи. Це Олександр Храмцов, власник Пошкаєн і Андрій Насіковський, який, друзі, якого дали відеозапис що в ніч цю ніч він перебував саме в ресторані з ними. От. В данном случае э, эксперт, Может быть, эксперты проведут э, проверку тех видеозаписей и показаний их. Но ну, в любом случае, когда совершается такое тяжкое преступление, то э, подозреваемые, как правило, заявляют, что они не причастны. То есть я, в моей практике было очень мало случаев, когда признавали свою вину, говорили, да, это мы совершили, да, вот как бы признаемся добровольно. Я думаю, что все-таки будет объективное расследование, то есть не будет, знаете, как бы перегибов ни с одной, ни с другой стороны, то есть виновен. Будь любезен, нести наказание, видели, что они свободы, а заявления они были есть, и поэтому я не удивляюсь, по крайней мере, заявления подозреваемых о том, что они не были там, не совершали, имеют там алиби и свидетели, которые видели, что они находились в другом месте. Но хотел бы еще раз подчеркнуть, что в других уголовных делах, которые были до этого, в том числе и задерживалось определенное количество людей, и потом в ходе следствия отсеивалось определенное количество, то есть уже конкретно виновные уже несли наказание по данному уголовному делу, а те, которые были, ну как бы Бо подозріваємо, що не могли звершити приступлення, їх освобождали і вони находілись на свободі. За останню інформацію, слідство називає, що до справи побуття Тетяни Чорновол причетна опозиція. Чи вигідна ця справа владі? А, ви знаєте. Очень часто происходит в последнее время в информационном пространстве, вообще в жизни различные провокации разных сторон. Каждая сторона пытается каким-то образом очернить, э, оговорить э, против, э, противников своих, таким образом получая определенные дивиденды. Но в данном случае я не вижу каких-либо, знаете, вот таких... Э, серьезно, аргументов, да, организовывать нападение а, на своих соратников. Большим образом, Татьяна, хоть она не является членом партии, она просто а, имеет свою такую гражданскую позицию, да, как журналист, как человек, гражданин Украины. Она его высказывала она активно принимала участие. Она как бы параллельно шла вот с определенными, скажем, политическими силами, которые находятся в том числе на Майдане. На Майдане. Поэтому говорить о том, что это а, некая такая спланированная акция со стороны организаторов Майдана, ну, это было бы недостоверно, как минимум. Поэтому я лично под... сомневаюсь в том, что в этом принимали участие представители оппозиции, скажем так, да. Но и в то же время, вы знаете, я не могу в утвердительной форме заявить о том, что вот это организовано властью. Скорее всего, здесь элемент, знаете, вот инстинкт исполнителя вот как исполнители которые вот хотели бы какую-то задачу выполнить да в угоду определенному высокопоставленному чиновнику там или властимущему да но не думаю что это была какая-то команда там с администрацией президента или там президент дал команду как а, в свое время подозревали президента Кучему, что он давал там, команду на а, уничтожения Георгия Гангадзе, да, то есть uh -huh. параллели тут так, таких вот явных я не вижу, но в любом случае следствие покажет, но даже если будет доказано, даже будет показание задержанных в том, что им кто-то конкретно давал какие-то указания, и он э, будет как-то связан с властью, то вряд ли мы это услышим, и материалы дела подтвердят их заявление, и тем более решением суда это будет доказано. Ну так, но сама Чорновол каже, что в принципе может быть причетна влада до всего нападу на нее, а чего она напередодня снимала все ж таки будинки високопосадовців Захарченка, Пшонки, зокрема. Ну, тобто такий варіант она имеет право допускать такие вот возможные варианты, uh -huh. и, соответственно, и то, что она не утверждает однозначно, это о чем-то говорит. То есть, опять-таки, повторюсь, называя фамилии, там, Захарченко, да, uh -huh. Пшонка там, или другие высокопоставленные лица, вот, ну, я еще раз повторюсь, если будет доказательство, например, у меня, там, или у коллег, или у, у следствия, да, то есть должно быть доступны, открыты, то должны об этом все знать. Uh -huh. Но опять-таки есть сомнения о том, что это может быть все-таки люди, которые прекрасно понимают ситуацию, да, что вот все, что происходит на Майдане участниками, все вокруг находится под большим пристальным вниманием чуть ли не через микроскоп. То есть любые движения да, на уровне да, атомов молекул все замечает и все отслеживается. И э, делать вот такое, зная о том, что будут определенные действия, есть, есть аналитики, которые могут uh -huh. прогнозировать ситуацию и сказать вот такие события, что могут быть, да, какие могут быть последствия. В том числе, можно было бы предположить там, заявление Держдепартамента, заявление э, коллег-журналистов, да, акции протеста, э, что вызовет огромный негатив. Да. С такой вот э, позиции, да, можно было бы предположить, что да, кто-то мог бы быть с оппозиционных, скажем mm -hmm. так, лидеров, да. То есть это выгодно, больше выгодная ситуация, как бы оппозиции. Но еще раз повторюсь: то, что я уже сказал ранее: что не думаю, что это связано с оппозицией и теми фамилиями, которые вы назвали, это, скорее всего, опять-таки. Знаете, вот желание отдельных, скажем так, людей такого среднего уровня, да, что-то сделать такое, да, сказать, что вот вы это сделали, вот, но в любом случае это надо рассматривать как попытка угрозы, запугивания, все, что было происходило после 30 ноября этого года все события вот все с ним связано uh -huh. и харьковские события поджоги машин там и так далее это одна цепочка угроз запугивания потому что к сожалению у нас сидят э, вернее у нас сидит э, чувство боязни да вот э, и надо э, нам вот это перебороть и вы знаете Татьяна слабая молодая женщина да вот uh -huh. своим примером показала мужчинам как надо бороться за свои права э, и не бояться не бояться и отстаивать свои интересы до конца. Чем можно сказать, что хит справа будет зависеть от вписания Татьяны Черновой, Татьяны Черновой нападники? Ну это одна во время следственных действий, да, вот процедура очной ставки имеет очень важное значение. Потерпевшие узнают э, нападавших и заявляет в утвердительной форме, что да, это они совершили. И mm -hmm. это э, ложится основой уголовного дела, то потом уже передается в суд, и суд принимает решение на основании этих материалов. Mm -hmm. Доброе, дякую вам, пане Эдуард. На жаль, у нас не так много часу. Нагадаю, у нас в гостях был правозахисник Эдуард Багиров.